Здорово всем, народ! А это у нас новиночка тоже, да. Knight Legend, в общем-то, сразу вам скажу. Эта игра новая, она 24 марта вышла этого года, якобы. Я не знаю, что это за дерьмище, но это за дерьмище... Вот у меня есть плейлист игры на мобильный телефон. И то намного лучше. Будут многие игры другие. Ну и чё? Эй, алё. Господи, помилуй, чё, игра что ли зависла? Да, по ходу дела игра зависла. Ты серьезно сейчас издеваешься? Классная игра, я тебе скажу. Мало того, что она даже дерьмо этих, которые я в свое время смотрел на мобильное устройство, так она еще и зависает. Серьезно? Чему тут, блин, виснуть-то? Господи, ужас какой. Ну, а так... Fall down, soldier, and drag into the battlefield. Так, Shift, Ctrl, Alt, пробел. Слушай, хорошая игра, я тебе скажу. Я ничего не могу сделать. Не, ну а чё, замечательная игра, слушай. Просто класс. Слов нет. В общем, знаешь, я так тебе скажу, вот... Говно, ну и в Африке говно. Я не знаю, кто это вообще придумал, эту хренотень, но она даже вот... На обучении у меня виснет какого-то хрена. Зашибись, игра. В общем, я уже говорил как-то раз, какая игра, такой вот и обзор. Тьфу ты, блин. Ну и что я тут должен сделать? Я же все перепробовал. Уже всю клавиатуру. Ладно, короче. С меня вот такого хватит. Вкратце. Есть плейлист, там обзоры на мобильные игры. Там, посмотрите, есть намного игр лучше этого дерьма. Но то, что оно зависает даже в самом, простите, начале, этого я что-то как-то не ожидал.